Персональная выставка Анатолия Попова «Творцы российской славы» откроется в Одинцовском историко-краеведческом музее в воскресенье 16 февраля. Будут представлены несколько разноплановых работ автора, в том числе из проекта «Вместе с Левитаном», в котором художник переводит графические работы пейзажиста в живописный формат, а также серии «Творцы российской славы» и недавно законченный триптих «Поклонимся великим тем годам».